Лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов назвал самодеятельностью заявление своего коллеги депутата Госсовета от партии КПРФ Виктора Ильина о поддержке конкурентов партии «Справедливая Россия». Речь идет о недавней попытке справедливороссов объединить под своими знаменами различные политические силы на предстоящих выборах. Шурчанов подчеркнул, что от имени партии КПРФ Ильин действовать не может, полномочий ему никто не давал, а как самостоятельный персонаж вполне. Особенно учитывая, что Ильин, избравшись в региональный парламент от КПРФ, так и не решился вступить в эту партию. Я не видел вот эти все сюжеты, когда «Справедливая Россия» вместе с Ильиным там собирались. Ильин якобы от фракции КПРФ там делал какие-то заявления как руководитель. Это все, в общем-то, неправомочно. Никаких полномочий у Ильина как депутата от КПРФ в Госсовете не было. И это полностью самодеятельность и самостоятельность. При этом, являясь депутатом Государственного совета от фракции КПРФ, он не может вступить в никакую другую партию, потому что закон предусматривает, как только он становится членом другой политической партии, он теряет мандат вот той самой партии, от которой он избирался. Поэтому сегодня Ильин, он и дальше останется беспартийным, потому что это ему сегодня выгодно.